Привет, друзья, с вами Терминатор, мы продолжаем проходить Mass Effect Andromeda. Чтобы заслужить доверие жителей ангарцев, мы прибыли на планету Войлд. У нас задача встреча с сопротивлением, поговорить с командиром Дозил. Этим мы и поступим, так что давайте побежали. Нам, наверное, Суви не шутила насчет холода. Значит, нам надо двигаться на фонарике. Этого мы сейчас и сделаем. Черт, хорошо тут все спрятано. Ступай дальше, Райдер. Постарайся не делать резких движений. За тобой наверняка следят. Не только погода тут прохладная. А что еще прохладное? Что-то я это не понял вообще. Типа то, что следят поэтому? Люди прохладные. О. Ай-яй-яй! Обогреватели. Нужно немного согреться. Холод пробирает до костей. База. Очень близко. Когда будете на месте, поговорите с командиром Анник. Анник. Имя, блин. Температура опустилась ниже нуля и продолжает падать. Так, нам сюда, походу. О, вот мы уже видим чуваков. Это, наверное, наши. Сопротивление ангара. Хорош корабль. Значит, вы эти чужаки, про которых говорил Джал. Если бы не он, вас сюда не пустили. Я понимаю. С тобой хочет поговорить командир Дозил. Хорошо, поговорим с командиром Дозилом. Так, а где он вообще находится? О, здорово, чуваки. Так, вот нам двигаться туда надо. Слышал про Кеву? До сих пор его найти... Что так быстро поменялось-то у Йокорна? Да мне похеру то, что жизнеобеспечение на 100% работает. Я упал. Блин, есть мост, вообще он есть. Закрой рот свой, Сэм. Так. Сюда. Мы, походу, правильно бежим. Как тут... О. Ответ на письмо мало припасов. Кстати-ка. У меня же есть задание. Какое-то дополнительное, что ли, да? Задача Валея Ая. Поиски прошлого. Вот, торговые льготы. Вернуться на Войлд. А, встретиться на Войлд с лидером сопротивления. Лидер сопротивления. Так. Торговые льготы. Встретиться с Войлде с лидером сопротивления. А, это получается... Так это... Дозилом надо побазарить, да? О, контейнер. Контейнер возьмем. Я что, какую-то броню я там взял? Сейчас узнать, где можно ее поменять. Так. Ты чужак, тебя Джал привел. Он считает тебя ценным союзником. Мы разрешили тебе посетить базу по его просьбе. Я Анник Дозил. Запомни мое имя. Потому что если ты нас предашь, я лично убью тебя. Обещаю, что твоя смерть будет такой, что сами звезды отвернутся и погаснут. Блин, это тетка? Я думал, это дядька. Мне все понятно. Я тоже хочу, чтобы звезды сияли вечно.
Значит, мы пришли к соглашению. Если хочешь проявить себя, будь союзником ангара в бою с кеттами. Несмотря на все наши усилия, их мощь остается угрозой для нашего народа. Поговори с нашими дозорными наблюдателями за долиной. Они знают, где сейчас нужна работа. Так, все, мне нужно заниматься другими делами. Подожди, что, я с тобой хочу поговорить еще. Разве у тебя нет никаких дел? Подожди, стой! А вот, поговорить сейчас. Поговорить, значит, два задания одновременно сразу делаются. Поговорить с часовым сопротивления. А где он находится, часовое сопротивление? Вот здесь. Часовое сопротивление. О, Джал тут стоит. Здорово, дядя. Мне стоит отправиться с тобой. Мое присутствие сделало остальных ангара менее подозрительными. Ангара здесь на взводе. Велик ли риск того, что мы их спровоцируем? Я рассмотрю возможность. Если я передумаю, то мы вернемся к этому разговору. А, ну ладно. Я буду оставаться на связи, чтобы знать, что ты делаешь. Договорились. Я могу чем-нибудь помочь? Давай сюда в команду ко мне, или... Мне нужно идти, потом побеседуем. Будь осторожнее, первопроходец. Как тебе в команду-то взять тебе, блин? Как тут людей тебе менять в команде? Я, блин, до сих пор не врубился. Блок данных, это типа... Офицер разведки КАС. Отмечена повышенная активность в окрестностях Джаник. Кеты окружили место раскопок неким барьером. За ним разведчики заметили пленных ангара. Похоже, кеты принуждают их к каким-то работам, пока не знаю каким. Поступают сообщения о новых похищениях. Кеты, кажется, перестали атаковать Даары. Те слишком хорошо защищены, и это здорово. Но теперь враги выслеживают путников. Случаи нападений из засад участились. Следует всех оповестить об этой опасности. Так, отчет разведки мы прочитали. Потрясающая система слежения. Без хороших организаторских навыков в войне не победить. Большон, что нам разрешили все это увидеть. Но мы же первопроходцы. Отряд первопроходца. Поэтому нам можно сказать, все можно. Ты кто вообще такой? Сейчас мы найдем этого дядю. Где он там? Далеко до него еще бежать? У них тут все куда серьезнее. Постараемся произвести хорошее впечатление. Серьезно они тут устроились. Фиксирую сильный холод. Да фиксируй хоть кого. О, здорово, дядя. Ой, я не хотела вас пугать. Ваш командир сказала, что мы можем идти. Сик, я не хочу с этим разговаривать. Разговаривай ты. Дениска, был приказ от командира, мы ведь знали, что они придут. Да, мы можем показать долину. А что тебя интересует? Я здесь, чтобы помочь вашему народу. Знаешь кого-нибудь, кому помощь нужна? Нам сообщали из Хьянры о том, что кто-то пытался спасти похищенную семью. Видишь красные огни? Это там. Если хочешь помочь, как командир говорит, то можешь начать оттуда. Что-нибудь еще? Подожди-ка. Красные огни. Что это за чужая база на горе? Это командный центр кетов. Мы за ним постоянно следим. А зачем он нужен? Он управляет операциями кетов на всей планете. Постоянно корабли прилетают и улетают. Я там однажды столкнулась с префектом, самой жуткой из всех безродных Васан. Даже кеты боялись. Но мы немало что знаем. Вот те красные огни, Хьяра, ты говоришь. Хьяра — один из дааров в Талине. Очень маленькое поселение, почти одни ученые. Наши сотрудники там могут нуждаться в помощи, кто знает.
Как же они там выживают? И чего удивительного? Мы к погоде приспособились. Огни очень заметные. Разве они не привлекают внимания? И мы к этому приспособились. Кеты хотят захватить нас живыми, поэтому мы сражаемся до конца. Обычно это сдерживает их. Не буду больше от вас отвлекать. Да, веди себя хорошо, мы за тобой приглядываем. Буря, нам нужен кочевник. Отправляю передовую станцию. Удачи, Райдер. Начинаю развертывание автоматической передовой станции. О! Я отметил координаты зон добычи полезных ископаемых. Так, искать на Вейлде пропавшего поставщика по координатам от Сокхая. Торговые льготы. Это что такое? Активатор памяти. Активатор памяти. Планета-то здоровенная. Так давайте подбежим к этому. К этой станции. Кочевник включить. Терминал. Снаряжение. О! Вот оно что. А, во! Как это? Во! Я хочу взять драка. А вторую мы возьмем кого? Наемник. Боец сопротивления. Ученый-изгой. Джал, типа, со мной всегда будет ходить? Ого! Здорово, челы! Так, снаряжение я хочу еще поменять. Вот у меня есть оружки. Вот броня. Значит, у меня есть шлем кетов. Броня. Тут у меня вон даже их три уже. Партизан ангара. Урон от умения. Сопротивление урону. Восстановление и защита. Партизан ангара. Партизан ангара 2. Тут он. Редкая. Это необычное. Оружие. Точность. Сопротивление урону 3%. Техника урона от умения. Техника длинность эффектов. Максимальный заряд щитов. Вот это тень. Вот эти ботинки. О, мы переоделись, теперь у нас другой костюмчик. Расходуемые предметы. Открывает бонусами криокапсул. Понятно. Тут можно что-то сделать. Покраска корпуса. Ого. Так, давайте мы тогда еще навыки. Джал. Я тебе вообще ничего не прокачал. Поглощение энергии. Что делает? Скорость перезарядки. Лови. Эффективность. Лови. Так. Повстанец. Тебе. Силовая тренировка тебе. Эффективность тебе. Сколько у тебя еще осталось? 5 очков. Огонь на подавление.
измельчающие заряды. Поражение выстрелами Джала враги получают дополнительный периодический урон. Враги, в которых попал Джал, наносят меньше урона в течение определенного времени. О, вот это прокачаем. Все, подтвердить. Подтвердить. А драк? У него еще два. Боевая выучка, вот тебя возьмем. Еее! Это я понимаю. Так, терминал. Где-то здесь только что. Кочевник. Так, Сэм, что нам приготовил Войлд? Основная активность кетов сосредоточена вокруг этого крупного командного центра. Если верить разведданным, сопротивление с этой базы координируется вся деятельность кетов на Войлде. Уничтожив ее, мы погубим их планы. Учитывая те проблемы, с которыми сопротивление столкнулось, пытаясь проникнуть на базу, задача эта не из простых. Советую действовать осторожно и вначале провести осмотр менее крупных проектов кет, построек кетов. Подскажете, как достучаться до доброй стороны Эфра? Сопротивление сообщает, что кому-то в Хьяре нужна помощь. И мы можем наведаться в Тичикс. Это довольно крупный основательный Даар. Звучит неплохо. Спасибо, Сэм. Первопроходит. Температура на Войлде колеблется в рамках находящихся основательно ниже точки замерзания воды. Необходимо использовать кочевник. Не советую долго находиться на холоде. Ясно. Машину лучше не разбивать. Сканирование выявило монолиты реликтов, а значит, где-то должно быть и хранилище. Возможно, мы сумеем растопить этот кубик льда. Ладно. План работ намечен. За дело. Наш кочевник. Поехали, братаны. Давайте сначала мы съездим, значит, вот сюда, наверное. И делаем это дополнительное задание. А потом уже пойдем по основным. Не знаю, я куда еду. Интересно, тут какие монстры обитают? Это, наверное, ледяные тролли какие-нибудь. Куда-то с горки еду. Оба-на. Тут, наверное, и по речке можно ездить. Она вся замерзла, да? Типа река бывшая. Она хоть выдержит мою машину-то? Кажется, кеты добрались сюда. А я бы здесь пожил. Впрочем, я почти где угодно выживу. Ваш народ собирается селиться здесь? Мне казалось, вы плохо переносите холод. Ой, да иди ты нахер, лох. Враги, мочи этих козлов. Мочи этих мударей поганых. Давай еще немножко тебя убьют. На тебе. Он гранату в меня кинул. Он один остался. Это был последний. Что они здесь делали? Где останки все?
О, вот бы на такой машине поездить. Вот на такой здоровенной. Было бы зашибенно. Холодная среда. Так. Подобрать предмет. Нагнетатели мы какие-то берем. Не знаю, для чего они нужны. Здесь даже патронов нету. Все, давайте, челы, садитесь. Мы и дальше едем. В нашей машине. Куда-то мы приехали. Мы вообще не в ту сторону едем, ёй. Куда-то не туда вообще мы гоним. Здесь можно где-нибудь завернуть? А чё, я там тут вообще типа похеру? Холодно, не холодно. Или они вон от огня грелись? Поменяем режим работы, чтобы машина ехала быстрее. Все равно не по горам ездим. Так. Смотри, кеты разбили лагерь. Где? Ой, кто это? Не надо меня бить. Кто отвалит от меня? Ты что, охренела? Сдохни уже. Задавили бедную. Ой, куда она делась-то? Туда под землю куда-то ушла. Фламо, где кеты? Где я вообще езжу? Как тут, как отсюда выехать? Тут же где-то должен быть путь. Хрен пойми, я вообще не знаю, куда еду. Давайте туда поедем. О, так туда вот надо ехать как раз. Мы как раз поехали в ту сторону. Ехать нам далеко. Вот там он что-то мигает. Фонарики какие-то. Планета зачетная, конечно. Напоминает немного заснеженный Скайрим. Ой-ой-ой, только не переворачивайся. Бедная машина. Подожди, здесь что есть, что ли? Станция Хьяра? Там куда приехали? О, вон здесь есть дополнительное задание какое-то. Надо его взять. Научная станция, на которой занимаются в основном геологией Войлда. Посмотрим, не нужна ли здесь кому-нибудь помощь. Дик, стой, это что такое? Активатор памяти. На передовой. Поговорить с Скиотом. Со Скиотом. Раз уж мы приехали, давайте поговорим. Говорят, ученые бурят эти льды, чтобы их изучить. Похоже, кто-то поблизости знает, на что может сгодиться этот лед. Тут кругом сплошной лед, а они за него продолжают цепляться. Что в этом месте такого особенного?
Так, все, продолжаем. Главный вал опять обледенел. Почему такое происходит? Наверное, сбоит система. Так. О, контейнер. Биохост. Заходите, если вы замерзли. Возьмем патроны. Следователь. О, так у него дополнительное задание как раз у него. Ну-ка давай. Им побеседуем. Ай-ой, давай, посполтай с ним. Да только что же было, ты чё, До меня доходили слухи о чужаке на базе сопротивления. И вот ты здесь. Приятно было бы поболтать, но мне надо починить этот трёхлятый кусок металла. Уже несколько дней сплошные помехи. Никак не отправить данные коллегам Стеллары. Я чем-нибудь могу помочь? Чем? Сомневаюсь, что ты разбираешься в нашей технике. Надо отдохнуть, пока я кого-нибудь не убил. Если хочешь, можешь тут оглядеться. Осмотреть оборудование. У нас задание появилось осмотреть оборудование. Сканером, наверное, надо, да? Интегрированный ангарский модуль. Мощные коммуникаторы. Должно быть для обеспечения планетарной связи. Похоже на то. А что с помехами, о которых упоминал ученый? Фиксирую сигнал. Он не слишком сильный, но это оборудование очень чувствительное. Первопроходец. В обнаруженном сигнале выявлены закономерности. Скорее всего, он искусственного происхождения. Ты же не имеешь в виду кетов? Это они глушат нашу связь. Надо с этим разобраться. Искать на Войлде пропавшего поставщика. Так, значит. Посмотрим карту. На передовой надо с ним дядей поговорить. Найти источник помех. Это мне туда надо идти. Это что такое? Активатор памяти Сэма. Тоже активатор памяти. Здесь активатор памяти. Он, кстати, недалеко находится, до него надо сходить. Давайте мы сначала поговорим вот с этим дядей. Мы его найдем сейчас сначала. Давай, Драк, пошли, Джал. Мы не можем напасть на целую базу кетов. Значит, ты просто так отворачиваешься от Нилджа? Нет, я говорю, что мы должны все обдумать. Надо связаться с Баксил и составить хороший план. Когда закончишь, думаю, может быть уже поздно. Здорово, дядя. У вас такие ноги, но вам что, ботинки вообще не нужны, что ли? Вы те чужаки, о которых все говорили. Некоторые считают, что вам нельзя доверять, но вы пришли, чтобы сражаться с кетами, уже хорошо. Спасибо за похвалу. Кеды всех убивают или забирают наших родных, которых мы никогда больше не видим. Любой, кто сражается с кетами, наверняка лучше их. Ты будешь с ними сражаться? Я знал, где находится трудовой лагерь, куда отвели моего дядю. Я спасу твоего дядю. Вот координаты трудового лагеря. Пожалуйста, поспеши. Так, посмотрим, где этот лагерь находится теперь. Так. Торговые льготы находятся рядышком с этим. Так, возьмем, давайте, память. Так, поговорить со Скоттом мы сделали. Со Скелтом вообще. Или как там его зовут? Сколтом? Скелтом? Поговорить со Скиотом.
Короче, их имена, имена странные вообще у них. Йо, а где это? Туда вот. Туда нам надо. Держим путь, дорогой, туда. Автоматический протокол активированы. Отправляю передовую станцию. О, станция прилетела. Здорово. Не все части моего тела приспособлены к таким температурам. Не так уж тут и холодно, забудь об этом. Ты хоть знаешь, куда идешь? Я отметил координаты зон добычи полезных ископаемых. Я иду вон туда вообще. Активатор памяти забирать. Тут мы поднимемся, интересно? Вон туда наверх, наверное, надо, да? Там вон полезное ископаемое. Тут вон фонарики какие-то горят. Машина кетов, осторожнее. Что-то впереди я никого не вижу вообще. А вон эти тварьюги. Иди сюда. Аккуратней. Иди сюда, лох. Я тебя на клочки порву. Мне щит разбили, фак, надо куда-то заныкаться быстрей. Да подохни ты уже, болван! О, бешеный просто. Хера он так, конечно, мочит. Вот это дядя. Не зря его взял, просто бешеный всех пошел порвал на части. Взять все. Обреченный кетов. Может, здесь еще что-нибудь есть? Почему нельзя на их машинах ездить? А только на кочевнике. Что у нас наверху здесь? Чего здесь нету? Сломали лагерь кетов. Ой. Побежали, садимся в машину. Так, посмотрим карту. Я еду уже не туда. Буря. И зачем мне на бурю? Я лучше это здание уберу. Просто поставлю вот сюда. Где-то же здесь должен 100% быть заезд. Или может пещера какая-нибудь. Осторожнее, впереди объект реликтов. О, что это я нашел. Он меня будет мочить?
Ой-ой! Вот я лучше бы к вам не подходил вообще. Роботы поганые. До свидания. Вроде три было. Где еще один? Наверное, уже мои друганы его замочили. Да? Так. Контейнер. Взять все. Сюда Пиби надо. Она здесь любит пикать. Все эти. Объекты реликтов. Все же интересует, как мне туда попасть. Я, как и многие другие, никогда не знал жизни без кетов. Но сопротивление сражается за то, чтобы наши дети жили в свободном мире. Они серьезные ребята. Ангара, надо отдать должное. Прекрасно сражаются, почти как кроганы. А это здесь что, кораблекрушение что ли было? Давай заедем сюда. Ну давай, давай, давай. Давай, машинка, не подведи, немножко осталось залезть. Ай, пока-пока, да-да-да. Так. Активатор памяти находится где-то здесь. Нам в ту сторону надо идти. Посмотрим карту. Ой, я вообще куда-то не туда поехал. Надо спрыгнуть. Да кеты что ли? Там опять кеты? Да вы заколебали, вы чё? Мудари. Внимание, это техника кетов. Сейчас мы их замочим всех нахер просто. Убить меня хочешь, тварьё? Я же вас покрошу в молоко. Порошок морошковый. Ой, порошок молочный. Меня сейчас убьют нахер. Как оружие-то менять, блин? Чуть не отпинали. Тварьё, ас. Да ты чё такой мощный-то? Красава. Это, конечно, пуколка вообще мощняцкая. Отлично. Он там еще избранный. Сейчас мы ему втащим. Что, с одним ударом сдох, что ли? Красавцы парни.
Всех просто порвали в пипетон. Здесь у нас находится... Где память Сэма? В другую сторону. Так, заберем машину, давайте погреемся. Машинка моя, стой! Поехали! Вот это туда нам надо ехать. Вроде я так далеко не забирался. Вот и память Сэма нашлась. Сэм, еще один ключ к памяти? Да, открыто одно из воспоминаний твоего отца. Возвращайся к модулю Сэма на Гиперионе. Так, друзья, мы взяли активатор памяти. Здесь мы остановимся, остановим наше приключение. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.